Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. И для любителей криптовалюты, криптомонет, у меня такой вот букс. Хочу поделиться. Dogecoin ADS по сбору Dogecoin. Значит, ну вот, пользователи почти 2000 платят, друзья, инстантом на Faucet Hub. И минималка там очень большая, ой, очень маленькая. Значит, ну, по поводу регистрации, не знаю, покажу я вам, я уже зарегистрирована. Регистрацию, да. Значит, юзернейм, email, два раза пароль, вводите пин-код четырехзначный, так. Далее что? Разгадываете капчу, здесь ставите везде галочки, нажимаете регистр. И вход по логину и паролю. Так, аккаунт. Я зайду. Значит, сейчас перейду я на... Я вот недавно вывела. Сейчас на Faucet Hub хочу вам показать выплату. Как бы я его тут тестировала, потом я про него и забыла. Давай, грузись. Я немножечко вывела. Как бы вот мой Dogecoin ADS. Вот я сегодня... Вот, 0.29, ну, вот, видно, комиссию они взяли. Вот такую вот сумму я вывела. Так, вернусь. Значит, ну, здесь все простенько. Вот это майн баланс. Так, Пуршаза. Это рекламный комиссион, трафик баланс. Значит, что мы здесь делаем? Да, вот опущусь ниже. Вот так. А, это я уже насобирала. Ладно, потом я вам покажу. Значит, мы собираем что? ПТС. Это задание. В задание я не лезу. Видео у меня не показывает. И при помощи расширения я его смотреть не буду. Если у меня будет информация, то я запишу видео о том, что можно смотреть при видео, ой, при расширении. А пока у меня нет такой информации, и чтобы аккаунт не заблокировали, я не буду просматривать. Если же у вас показывает видео, то, пожалуйста, просматривайте. Значит, я здесь просмотрела уже, и вот у меня на балансе 2.22. И я две рекламки оставила для видео, показать, как просматривать видео. Нажали, далее на зеленую вкладочку, нас перебрасывает. Можно сразу вернуться и ждем несколько секунд. Это все проделывается быстро. Так, давай грузись. И разгадываем капчу. Если кто непонятно, можно перевести на русский язык. Это дом. Нажимаем send. Далее close. И возвращаемся. И еще одна рекламка. Давайте посмотрим. Опять нажимаем на зеленую. Если вас заинтересует, можно просмотреть. Или же вернуться. Опять ждем несколько минут, секунд. Далее разгадываем капчу. Это грузовик. Send. Close. И возвращаемся. Вкладочку можно закрыть. Далее, ну, видео, так, трафик еще можно просматривать. Такое самое главное вам покажу. Здесь, так, значит, я просмотрела. Здесь вот сразу находится партнерская ссылочка. Далее, Advertis, вкладочка, это можно рекламить свои проекты, так как это рекламный бокс, и, естественно, кто хочет, может все вкладывать, как бы, или переводить заработанные средства и рекламить проект. Это все по желанию. Реферал, это директ, будут отображаться рефералы лично приглашенные, это... это арендованные. Так, мани, это депозит, это все по желанию, как бы. Здесь вот coin pound, ну, в общем, платежная система. И здесь Пуршаза, трафик и майн баланс. О, как, если это как бы делать апгрейды и все такое. Так, далее трансфер. Здесь можно что у нас переводить? Комиссионные от майн баланс на Пуршаза баланс и на трафик.
Так, Пуршаз это как бы делать апгрейд, ну и рекламить. Далее майн баланс. Здесь нажимаем комиссионные на майн баланс. Так, вкладочка Виндраф. И на домашней страничке тоже есть Виндраф. Здесь у нас мы выводим. Обратите внимание, не забываем, что при регистрации мы указываем пин-код. И этот пин-код, друзья, нам нужен при выводе средств. Минимум на вывод вот здесь 0.27 вот этих доги сатошиков. Так, у меня на балансе 2.52. Значит, я копирую 2.52. Вот так сейчас. Ну, пусть так. 2.50. Нажимаю. Так, копирую. Пускай снизу вставляю. Вставить. Так, и я вставлю, поставлю циферку 2. Так, у меня прописан уже в настройках адрес. Это я вам сейчас покажу. Ой, так, что я делаю? А, поставлю на паузу, я введу пин-код и потом продолжу. Я вывела. И вот мне написано, что мои доги отправлены на Faucet Hub. Опять переходим на Faucet Hub. Я перезагружу сейчас страничку. Платит все инстантом. И вот, пожалуйста, Doge Coin ADS, опять же, Juice Move, вот, 2.48, как я уже сказала, комиссию, да, берут. Прибыла на Faucet Hub. Да, они берут, вот смотрите, 1,5% комиссия у них. Так, и далее вот здесь history. Есть история. И вот мы сегодня, вот смотрите, 25.08. Вот мой первый вывод я вам показывала. И вот 25.08 я вот сейчас в режиме онлайн вывела при вас. Все замечательно. Так. Далее, что еще вам? Так, это я вам сказала, показала. Так, и вам нужно здесь значок поставить. Так, ставится здесь значок, что-то нет. Так, вот здесь сеттинг. Сеттинг нужно что? Если хотите загрузить фото, так, Payment. Нужно прописать на Faucet Hub, вот здесь Payment, прописываете свой адрес кошелька, привязанный к Faucet Hub. Сюда вводите свой пин-код, нажимаете сохранить. Все, больше никаких действий не надо. Вот. Ну, так, еще что, вернусь на главную. Мой баланс обнулился. Ну, что здесь? Здесь тоже вот копировать, депозит, Виндраф. Домашняя апгрейд. Это уже, если хотите, делайте апгрейд. Статус фри вот у меня бесплатно. Так, есть премиум сильвер и премиум голд. И также здесь что у нас? Спуршаз баланса. Здесь самый дешевый. Это 575 доги коинов. На 30 дней. И сильвер. Так, это сильвер. Голд. Так, это сильвер. Так, и голд самый дешевый. 2860 доги коинов. Вот. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Зарабатывайте с доги коина. Без вложений абсолютно. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.